Алло, алло, алло. Мы в эфире. Да, мы в эфире. Так, ну чё? Погнали дальше сливать. Кстати, почему-то игра какая-то тихая, что ли, я не знаю. Я даже вообще щелчков не слышу. Но если ничего лагать не будет при этом. Так, ну чё, постараемся сделать стрим без мата. Ну, если там музыки могут материться, хоть кто-то будет все эмоции за меня, короче, выталкивать. Ну, я чую, что это первая катка пойдет по шоку. Вот по-любому. Сейчас меня рейсинг денем в гаражах. Меня встретит куча людей. Что там происходит? Ну, какая наша цель? Хотя бы просто шокнуть первоначальных челиков и захватить завод. Ну, чтоб, конечно, там и босс не запинал. Бацы. Блин, по-любому гараж. Ну ладно. Блин, я еще в ушках. А я еще в одно лицо и не туда бегу. А где? Вот он. На том чел бегает. Ну, начало уже хорошее, это уже радует. Я не кайфую. Кстати, вот... Ага. Вот уже на кого-то агрится. Вот никого. Мы сегодня кайфуем или не кайфуем?
Мужчина, определитесь. Так, что у тебя? Ничего? Даже гранаток нет. Блин, звук такой тупой. Ну я-то, конечно, все прихвачу. Так, между делом. Зачем ты выкинул, алло? Я не хочу без ушек бегать. Они, наверное, уже перевес. Так, у нас, короче, есть сейчас служивый где-то бегает. Возможно, он сидит здесь. А, дверь открывает. Вон он, вон он. Дальше я говорить не буду. Ты живой? А, он уже на правой стороне, короче, ходит. Блин. Без наушников такой ущербный звук. Оказывается. А дружки были у тебя? Ты смотри, у меня дробовичок есть. Там вот уже разговаривают.
Типа он снизу идет. Вон и чел по железке, ну либо бот. Здорово. Что говоришь? Подойди поближе, не слышно. Ты дикий? Слышишь меня? Ладно, обещал не материться. А эта дура, короче, еще тоже. Ну, а как так? По сути, я ему так-то тоже накидал жестко. С чего он? С ПС-ок. Ну и что? И почему так произошло? Непонятно. Не, ну, кстати, вот... Если бы не он, то... то можно было, короче, всю карту выносить. А что, задание какое-то сделал? Я ничего не трогал. Отстань. Они первые начали. Мы берег на ясное дело не пойдем. Так, а что за задание? У меня какое-то задание сделать? В чем суть? Ладно, ничего не нашел. Ну что, можно как-то пропустить? Алло, алло. Ех. Ладно, перезайдем. Нам не сложно. Ну блин, вот тут обидно все равно, потому что. Вроде столько челиков позабирал.
Стал забоить челбота. Плюс мне еще фонарем натыкал. Ну, по сути, я должен был его забирать. А там что-то повозвращалось. Тогда мы возьмем. Эти знатные вещи. Посливаем их. Так, очки тоже возьмем. Так, что еще? Жилетеньку. Ну, конечно, ее. Распинали. Ага, вот это, кстати, тема хорошая тоже. То есть сюда ее закинем. Где еще может быть? Тоже все сюда скидаем. Блин, интересно, а он же... Отстань. Ну, проще, наверное, уже полную купить, чем его чинить. Так, а как он нам достался? Ага, по обмену. 7 штук. Ну давай. Ну да, как нет. Ну. Честно. Ой. Так, что у нас там? А. Извините, простите. Их же мне хватает, надеюсь. Ну, давай на всё. Так. Гранатоньки. Наверное, еще возьмем. Ладно. И они все покоцанные. А как?
Не, ну так нечестно. Ты у нас там самая максимальная. Ладно, возьмем. Так, гранатки, гранатки, бла-бла-бла. Очули, очули. Так, чисто для самоуверенности возьмем. А, и масочку. Так, ремонт надо? Ну, кстати, вот появилась такая штука. Где ты? Оп. А если не закинул, да ничего? Молодец. Ладно, погнали. Ладно, если там повезло, и все челики на одно лицо только вылазили. А с таким броником по-любому мне сейчас короче накидают всякие разные пачки. Как быстро. Я же быстро сливался. Ну вот этот я вот, блядь. Почему? Ну... Скорее всего, уже челики сидят в офисе. Как на нем, по респе. Но и при этом стрельбы нет, но я вот что-то почему-то думаю, что... А, ну вот. Типа где-то резнулся этот... босс. Так, он, получается, сидит в офисе. На третьем этаже. Либо тут.
Сначала снизу еще. Проблема в том, то, что я сейчас, короче, не подчинюсь толком. Он там покашляет. Я тут самому плохо. Прямо берцы! Ой, криво кинул. Ну я бы сейчас как поступил? Просто бы ушел бы тогда на выход. Смысл мне уже как бы здесь хватиться нет. Первый уровень. Я за шлемчик заберу с наушниками. Извиняй, конечно. Значит. Ладно, короче, оставляем. А, ну да, я же идти-то могу. Вон он, вон он. Не спрашивайте, почему и зачем. Блин, ну так-то... Вот если бы вот... Еще раз, не эти бы... В смысле, а кто третий?
Подожди, я не понял. У Черика был первый уровень. Вот этих двоих я завалил в этом, на втором этаже. А это тогда кто? Это я не понимаю. Ну обидно. Опять же мне пошоркали броньку. Так, у нас еще есть, нет у нас? Должно же быть, я же не... А, ну я две обоймы, получается. Как минимум садил. Ну ладно. Так, туда мы зарядили. Зарядили, а сюда еще. Я вообще не тебя искал. Давай на все. Так, что делать-то будем? Нам изнасиловали трубу. Я не знаю, как бы, есть ли смысл, конечно. Так, а чё ты переключился? Ещё. Так, стрим у нас работает. Работает. А почему у меня не работает? Вот эти штуки... А, ну всё, это нормально. Так, пропиталка у меня закончился, поэтому его закупаем. Нахрена там чел. Ладно, не впаду. Вот они не о тех спамах думают. Вот что я могу сказать. Отстань. А, он сейчас, наверное, скорее не встанет, да? Цепочка, ну вот цепочка. Всё. Так, наушнички мы снимем, потому что
Никакое дупло оно мне не влезет. Ага. Захотел. Можно? Так, ага. Ага. Так, гранатка. Давай еще одну закинем. Так, покоцанный, короче, у меня броник. Шлем, кстати, даже не широко ли толком. Ладно, погнали. Главное хотя бы какую-нибудь гранатку выкинуть в самом начале. А то я даже до этого момента никогда не дохожу. Нужно будет, кстати, реально пересмотреть момент этот от последней каски. Потому что я не понимаю, где я убрал третьего челика. Это во-первых, а во-вторых, я даже, ну, как бы, ну, ясно дело, я его не потрогал. Кто это был? Как это получилось, непонятно. Опять загрузит быстро. Давай в гаражик меня. Блин, я флешку не взял, конечно. Ну ладно. Так, подбирает мне чадик, который меня шоркнут. Ну, давай мне гаражик. Да ладно, я тебя уже видел. Ты один? Слышишь? Алло. Ты задание делаешь или что? Смотри, ты один, я один.
Там Чирик еще фатится. Можно объединиться, если хочешь. А, у меня еды нет, я нет, не поел. А, кстати, там еще босс резнулся, если тебе интересно. И тут нет. Блин, хреново с одной стороны то, что там босс бегает. А это сейчас не тот человек с гаража. Блин, так не хочу с этим чериком фазиться. Вообще не хочу. Максимально. Просто если он сейчас куда-нибудь прибежит, то он может спинать. Но с другой стороны, если как бы к нему не лезть. Блин. Их двое. Только не в спину. Ну
Ну да. Они эти просто что-то знали. По-любому. Это по-любому они с говном. Так, что у нас там дальше-то идет по плану? С Google он так разделил, смешно. Ну, давай. А, блин. Так, сейчас-то я так сделаю. Так. Это куда? Ну просто починим, насколько оно возможно. Страшно. Так, портфельчик. Кстати, а давай лучше мы возьмем эту штуку. Как бы какая разница, что сливать. Блин, а почему? Так, заберем всю. Ну, за этот файт, конечно, обидно, потому что телеки явно знали, где я нахожусь. И они просто меня как минимум на расстоянии приняли. Причем я же мог убежать в офис. А этот дура сидит и... Точнее, они обе сидят и... Знаешь, что я там выдрачиваюсь. А, ну, короче, не важно. Беру. Так. Эти патронцы у меня закончились, да, я так понимаю? Ну ладно. Блин, на самом деле, вот реально я очень много времени потерял на разговоры с тем челиком. Причем бесполезное. Так,
Где масочка? Где масочка? Алло, алло. Алло, маска, ты где? А. Посмотрим, конечно. Спряталась. Так, мы сейчас зашли зачем? За гранаткой. А где гранатки? На месте. Так, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Угу-угу. А, подожди, у меня там, наверное, этот сломано, пушка. Так, а что у него? А, ну даже сотка. Ну ладно. Раз так. Так, ну что у меня есть в итоге? Чайчик? Чайчик, что, посливаемся? Блин, все еще обидно за эту катку, потому что я реально вот как дура, короче, зажалась. А хотя, что там, они же с говном были, как бы, ладно. Теперь с ними. После этой схожу курнуть. Я, кстати, тоже не понимаю, вот как бы пытаешься поговорить с челиками. Вот то же самое, который резнулся в гараже. Кстати, как он вообще ко мне подкрался? Либо он вышел, или что? А, нет, там трупов же не было. Ну, короче, всем похер. Общайся, не общайся. Ну вот обидно, точнее, здесь нет баланса в том плане, что я загружаюсь один, но при этом меня мог просто встретить пачка из 5 человек. При этом там еще босс орал, ходил. Я не знаю, они его завалили, получается. Просто тишина была на карте. Ну да. Ну да. Ну как нет-то? Ну как нет? Ладно, сейчас приду. Ну опять белый ник. This is
Вот даже кнопочка говорит, типа, иди на выход. Так, что еще можем мы надеть? Давай такие ублюдские наушники возьмем. Это тоже возьмем. Персни. А, кстати, может быть там... А, ну вот, лучше вот и да. Хватим. И, кстати, можно забегать... Можно сбегать... Валом. Для чего? Я считаю, это идеальный вариант. Так, и где ты? Где-то. Где ты, где ты? Я его не скинул. Я его скинул. А куда? А! Ой, львица... О, подъехали. Так, ну, не так сильно по лобам, поэтому... Я знаю, как работает вал. В этой прекрасной игре. Он меня где-нибудь... Где-нибудь он меня, короче, это подведет по-любому. Ну, я еще там патроны какой-нибудь подарю. Персиме. Так. Ничего там не сняли? Эти еще принесли опять свою прохладинку. Вот почему ты сейчас думаешь, что у меня, короче, стоит челик либо с ППшкой, либо с дробиком. Вами. Нейромузыку лучше. Для успокоения, которого и так нет.
Кстати, я даже, по-моему, ну, насколько я за собой следил, даже не смотрелся за все это время. Блин, ну надо какую-то красивую игру сделать, потому что как-то все не то было. Все херня. Либо сейчас идти на очке, но не на очке, а как-то сейвове сыграть, что ли, пока они там между собой перепинаются. Ну, это, конечно, вряд ли, потому что в любом случае там будет пати всякие. Что, давай мне опять гараж? Я же так его люблю. Ну ладно, не гараж. Так, телек справа. Я сейчас просто займу, попробую офис. Плохо, конечно, что я один в такой ситуации. Мне контроли будут неудобны. Ну, уже бегут. На выход. Либо он кемпинг будет выход. Либо чё. Ну, пока. Блять, а я не поел, да? Сука. Чела на выход, где что-то там сидят. Ладно, не важно, пускай там сами дрочатся. Ну, скорее всего, бот бегает.
никого. Ну, я так понимаю, те челики, скорее всего, вышли. Хоть, может, у тебя еда есть? Ебать, а, я понял. Ой, все, сматерился. Сюда, сюда. Я думаю, это будет выгоднее, чем... Там ничего. Что тут двери ломаешь, ты тут? А тут своя обстановка. Так, профессор мне, короче, нужен. А тут вообще другой. Ну, тут, короче, еще чел здесь ходит. Нашу бомбу гранату. Вот кинул. Что, сколько времени? Почему чел-бот уже бегает? Что за бред? Почему меня всегда резало за 5 минут до конца?
Вот опять в зон бегает челобот. Я туда не иду, потому что они меня просто толпой запинают потом. Аптечку надо? Блять, а я что-то это, я думал, я его убил. Ладно, первый мат. Я думал, что я его убил. И перестал стрелять. Так, ясное дело, я его перетыкал. Ну блин, так-то все идеально было. По сути. ЗМП-9. А. Вот в этом случае тоже, кстати, обидно. Там оставалось-то еще пару, ну где-то, ну минут 7, наверное. Просто отшлифовать карту и все, и на выход. Ой. Ну, Сергой, наверное, брать не буду. Не хочет ремонтироваться, значит, нормально все с ней. Блин, и опять же, я вот не поиспользовал гранату. Вот еще минус. Ага. Чуть не поддался искушению. Ладно, давайте дальше тогда. Не, просто обидно, когда вот
Ты вроде бы уже как все зачистил карту, но при этом вылазит какой-нибудь челобот, который вообще, нулевый по сути. Я говорю, я думал, что я его просто уже шлепнул. Но нет. Ну, скорее всего, там пару вот реально. Кстати, а давайте-ка мы лучше с крестом сбегаем. Так, а я не собрал, да, его? Молодец. Ну, он такой, конечно, тоже опасный товарищ. А, ну, как нет-то? Давай иди сюда. Где ты? А, он в сумочке какой-то был, кстати. В сумочке. Блин, так лень падлу искать это. Только оказывается, у меня свободное место еще остается. После того, как меня сливают. Блядь, куда я его закинул? Точнее, куда мне его закинули. У меня так-то валы еще есть, но я хочу все-таки поиграть с этим товарищем. Блин, а серьезно, куда ее закинул-то? А, вот так еще. Блин, я сейчас все время просру в поисках. Короче, ладно. Искать я уже не хочу его. Там где-то закупился, потом в следующий раз. Крайнюю сыграем. Ну, посмотрим, как по ситуации, если сразу не шортну, то можно будет повторить. Блин, устал уже этот брусак покупать за миллионы. Так, все, иди сюда. Да. Так, это так. А, поесть. Точно, точно, точно. Так, чисто заранее. Чтобы я не нагнул потом. Так, мне нужны будут магазины. Ну, давай. Два. Сюда. И сюда. Да. Давай, детка, пополняй меня полностью. Так, а что у нас здесь свободно много? Нормально же все? Ремонтится, не ремонтится. Ремонтится, не хочет. Но здесь, я думаю, я тоже так-то большой шанс слиться по фасту.
Гранатки есть, пули есть, бла-бла, носики не напялишь. Погнали. Застрахуем эту сеструху. Что происходит? А, погода показывает все. Давай, Алис, мне бодрость. Не заходит эта тема. Не получается, не вдохновляет, как говорится. Блин, я только вдохновился. Чел один. Ну давайте страдать. Алан клиник. Так, подождите, дайте я, короче, здесь полечусь. Так, без палева чисто. Эй, какой выход? Почему у меня... Это... А, ладно. Не суть. На первый взгляд, кстати, вроде бы даже никого и нет. Ну, либо... А, нет, вон стреляют.
Как я магазин-то не зарядил? Еще накидывай. Ну, на другие, кстати, тоже пригодится. Так, поселся. Я могу сказать. Дай-ка я эту куда-нибудь закину. А давай я сюда. Это босс пробежал или что? Нет, это был челобот. Такое раннее утро. Так, что у нас мы имеем? Лечиться не хотим? Не хотим. Вот ты, кстати, вообще был не вовремя. Я отвлекся на будильник. Вообще не вовремя. А мне так уже руки. Никакие. Ну блин, я не хочу заканчивать вот на таком.
Ну что за бред саны? Что, придется выходить на такой тупой ночи, когда можно было попоиться нормально. О, это такой бред. Ладно, до скорого. Всем спасибо.